В Доме культуры поселка Калитино Волосовского района состоялось совещание инженерных служб сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области. Цель совещания – осветить актуальные вопросы технической и технологической модернизации. На федеральном уровне государственной программы развития сельского хозяйства существует раздел технической и технологической модернизации, где по годам предусмотрены соответствующие поставки техники сельского хозяйства. На региональном уровне тоже в государственной программе развития АПК Ленинградской области тоже есть раздел технической и технологической модернизации. Внимание как бы есть, но я должен констатировать, что внимание, то есть обозначены темы, да, правильно, но на выполнение этой темы по реализации слабо, на мой взгляд, как на федеральном уровне, так и на региональном. На встрече обсудили новшества взаимодействия северо-западной машиноиспытательной станции и сельхозпредприятий с гостехнадзором Ленинградской области при осуществлении надзора за техническим состоянием тракторов и самоходных машин, приобретенных с использованием государственной поддержки. Предприятия ставят технику на хранение, и многие уже сегодня занимаются вопросами ее подготовки к весенне-полевым работам. Сегодня немаловажным аспектом является и сервисное обслуживание, на что внимание нужно обращать постоянно. От этого зависит и безопасность эксплуатации техники, от этого зависит и уровень моточасов, которые отрабатывают та же техника. И тот же вопрос отказа техники во время весенне-полевых работ, сезонных работ. На совещании присутствовали порядка 80 человек, представители районов Ленинградской области. Гости обсудили основные вопросы, технические и финансовые проблемы.